Элитный охотничий домик осужденного экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева превратился в сельский клуб. Роскошные спальни, бассейн, баня, комната отдыха и караоке – все это теперь обычные помещения, где местные жители будут играть в шахматы, петь песни и танцевать. Наши корреспонденты отправились в поселок Коши и лично увидели, как изменился VIP-коттедж. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев так и не успел обжить этот охотничий домик. Сейчас он отбывает 10-летний тюремный срок за хищение и растрат уверенного чужого имущества и получение взятки на 2 миллиона долларов. В суде было доказано, что и этот особняк Бишимбаев построил на откаты в Байсерек Девелопмент. Сруб конфисковали, и теперь тут появились новые хозяева. Об этом свидетельствуют таблички на латинице и государственный флаг. Отныне это клуб культуры для жителей села Коше. В самой большой комнате, где экс-министр, вероятно, планировал встречать гостей, расположился концертный зал. На этой сцене будут выступать местные таланты. В будние дни ее разберут, чтобы дети занимались танцами. Уберут и эти стулья, царапины на которых выдают, что теперь это муниципальное здание, а не VIP-коттедж. О том, что здание государственное, теперь выдает и символ программы модернизации Рухани Жангору. От прежних хозяев здесь практически ничего не осталось, только два трюмо из красного дерева и стильные вазы. Ко времени въезда администрации в сентябре здание находилось в полном беспорядке. Провели большую работу по восстановлению тепло- и электроводоснабжения. Здесь с 1 января откроется сельский клуб для жителей села Коши. Предположительно будет 20 сотрудников, из них 9 обслуживающий персонал, 11 это творческие работники, то есть педагоги. Значит, у нас будет 11 кружков. По версии гособвинения, озвученной еще до приговора высокопоставленному чиновнику, декором в охотничьем доме должны были стать головы животных на стенах. В доме были три спальни, бассейн, баня, комната отдыха и караоке. Сейчас комнаты превратились в библиотеку, шахматный клуб и кружок рисования. Следов от помещений для релаксации и вовсе не видно. Такому преображению рада не только администрация, но и сельчане. На участие в кружках поступило уже больше 20 заявок. Сейчас мы принимаем заявки от сотрудников для участия. Будем проводить большой конкурс, потому что очень много желающих. Родители, жители села очень рады, потому что это единственный очаг культуры. На ремонт и восстановление коттеджа потратили несколько месяцев и 10 миллионов тенге. 5 миллионов из районного бюджета и остальную половину вложили спонсоры. Значительная сумма, но очевидно, в разы меньше, чем стоимость самого дома – около 300 тысяч долларов, который, по версии суда, был построен на откаты и взятки. Зарина Беремкул, Дидар Елеев, Информбюро, Астана.